Добрый день, уважаемые гости! Сегодня мы собрались, чтобы в торжественной обстановке открыть новый мемориал и вспомнить всех, кто защищал нашу родину, нашу столицу. Памятный мемориал увековечивает подвиг сотрудников хладокомбината, на месте которого девелопер Cesar Group возвел современный жилой красивый комплекс «Династия». Уважаемые участники торжественной церемонии, слово предоставляется коммерческому директору компании Cesar Group Ольге Барабановой. И для нас было делом чести воссоздать это, чтобы памятник стоял на века, чтобы наше поколение могло пронести это на протяжении всех времен, и мы никогда не забыли этих отцов, всех наших героев. Неважно, это люди, которые воевали или которые были в тылу. Это заслуга нашего народа, это наша история. Спасибо, Ольга Ивановна, за ваши теплые слова, за желание, за то, что ваша команда принимает участие в таких важных социальных проектах.